Доброе утро. С вами юрист Николай Попов. Помните, что ваше право можно защитить. Я смотрю за своей годовалой внучкой. Очень часто возникает такая проблема, что мы не можем спокойно выехать на коляске из подъезда, потому как вокруг плотно припаркованы автомобили. Могу ли я попросить управляющую компанию поставить ограждающие устройства, которые бы не давали возможности водителям парковать свои автомобили прямо возле подъезда? Сначала нужно узнать, кому принадлежит придомовая территория. Если земельный участок оформлен в собственность жителей многоквартирного дома, то вам нужно обратиться с письменным заявлением в управляющую компанию с просьбой установить такие заграждения или организовать собрание собственников недвижимости в доме для решения этого вопроса. Если же земля в собственность не оформлена, то обратиться нужно с заявлением в администрацию города. Конечно, все эти процедуры довольно длительные, но правильность и законность подхода позволят избежать деструктивности и конфликтов. Для оперативного решения вопроса звоните в полицию и сообщайте о том, что автомобилисты нарушают правила дорожного движения и ограничивают нормальное движение пешеходов неправильной парковкой транспортных средств. Задавайте ваши вопросы по телефону, который видите на экране. Также вы можете посмотреть нашу рубрику еще раз на сайте 1obl.ru. И хорошего вам дня!